Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы сегодня с вами закончим тему, что касается перьев, вернее, это будет как дополнение к основному фильму. Мы рассмотрим с вами, по вашей просьбе, перо для сухих мушек. Но в завершение, чтобы фильмы все были более полные, мы с вами еще должны, вот я не показывал вам, существуют еще вот такие наборы перьев гризли, которые достаточно хорошо, вот я покажу вам вот так, чтобы было видно по упаковке, они разных бывают расцветок, но очень хорошее качество пера. В основном используются, как вы понимаете, для вулибаггера и для других стримеров, и для разных личинок, так как перо само по себе достаточно подвижное и очень хорошее. Теперь переходим к другому такому классу перьев. Это вот у нас есть всевозможные вот такие наборы, которые используются для вязания в основном лососевых мушек. Это шейка с головой нашего фазана. Он бывает как алмазный, золотой или обыкновенный охотничий. Вот есть еще вот такие. Поэтому покупать отдельно что-либо, какие перья, нет смысла. Достаточно, допустим, приобрести вот такой набор, в котором также находится перо с вот такими, вот как я уже использовал. Вот это уже тот набор, который был полный, с вот такими всевозможными перышками. И вам будет достаточно приобрести вот один такой набор для того, чтобы изготавливать и лососевые мушки. Теперь переходим в основном к другому перу. Есть деканар, это перышко, которое в основном считается как CDC. Делеон, это уже перо, которое отдельный испанский петушок, выращенный в провинции Леон. Поэтому, исходя из этого, у меня нет, я, к сожалению, не могу вам показать, но знайте, там достаточно хорошие остевые волоски. Если вот, допустим, брать обыкновенный петушок, который, то достаточно хорошо развитые вот такие вот волоски, которые годятся для сухих мушек, для хвостиков. Но, друзья мои, не стоит нам, как говорится, сильно расстраиваться, что у нас нет вот такого перышка. Существуют вот такие наборы, где полностью имитируют тот хвостик у наших, допустим, сухих мушек. Вот такой вот. Она выглядит в качестве кисточки. Отрываем, сколько нам необходимо. И для наших поденочек очень хорошо имитируют хвостики. Переходим к основному вопросу, что касается сухих перьев. Как я уже неоднократно вам рассказывал, у них существует определенная градация для какого крючка. Вот мне, допустим, вы видите, пришло вот такое перо и написано «Для крючка номер 14». Если у вас имеется вот такая вот штучка, скажу сразу, для меня она просто даже не понадобилась, так как в основном я перо подбираю на своем крючке. Здесь, как вы видите, есть шкала и обозначено, вы можете сразу видеть то перо, которое для себя вы подбираете. Если мы внимательно посмотрим, допустим, на разные, вот какие только мы с вами не могли подобрать перья для нашей работы, у нас возникает вопрос в том, что величина бородок и их качество у всех перьев разная. Вот, допустим, у меня остался вот кусочек, это от обыкновенного петушиного перышка. Если я его захочу, допустим, вот сюда намотать, как вы видите, у нас достаточно большие бородки, не годится. Обычно я беру перо и подвожу вот так вот снизу. Подвел, и мне видно, допустим, для какого годится. Если это у меня крючок
Я специально поставил вот серии F11 номер 14, чтобы показать, что не каждое перо, допустим, подходит для изготовления. Вот у меня также в наборах было перышко, это для 16 крючка. Как вы видите, оно несколько по бородкам меньше, но также годится для изготовления этой мушки. Величина этих перышек, она, как говорится, здесь одинаковая по всей длине, поэтому они достаточно дорогие, и скажу вам сразу, почему это селекционный петух, его специально выращивают от 5 до 7 лет, раньше нежелательно его, потому что перо не сформировалось. Вот в наборе мне пришло 4 пера. Их, я вам скажу сразу, ну хватит, ну очень-очень-очень много. Если вы штук 30-40 изготовите, это я вас не обману. И как обычно, я вот беру, вот вы видите, достаточно хорошо, раз написано для мушек 14 номера, спокойно я могу брать это перышко и использовать для изготовления моих мушек на крючках 14 номер. Это так, как, Сережа, ты у меня спрашивал, я сразу отвечаю на твой вопрос. Практическое применение всех вот, допустим, изготовления сухих мушек, какое перо, вы уже сами убедились, какая его качество, стекловидность и все остальное. У меня, допустим, я перед этим вам показывал вот белое перо. Если внимательно рассмотреть, давайте я немножко сделаю поближе, чтобы было достаточно видно. Если внимательно рассмотреть, то у него, как я уже говорил, ну, недостаточно такая стекловидность самого пера. Оно несколько мягенькое, но его и так видно. Поэтому его желательно использовать не на такие ответственные нимфы, вернее, сухие мушки, которые мы с вами, допустим, изготавливаем. Есть у меня еще тоже вот такого же типа перо, которое я пытался применять. И также вы видите, у него, ну, не совсем такие жесткие, блестящие сами бородки. Поэтому основной, допустим, тот показатель, который у нас хорошее перо, это его хорошая вот такая стекловидность. Вот и все. Практически мы уже с вами рассмотрели почти все перья, какие нам только необходимо. Я вам могу пожелать только удачи и всего самого лучшего в ваших творческих делах. До свидания.